5 призовых мест заняли бичане на краевом чемпионате по боевому самбо. Соревнования стали отборочными на соревнования Сибирского федерального округа. Сильнейшие спортсмены со всего региона приехали в Барнаул, чтобы побороться за медали. Наш город представляли воспитанники 3-й детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва и парни спортивного клуба ЭПА. В результате напряженной борьбы бичане стали вторыми в общекомандном зачете. Взяли 2 бронзы, серебро и 2 золотых награды. На пьедестал почета встали Александр Тупикин, Владимир Манько, Антон Сизенцев, Алексей Чепкасов и Шамиль Хайбулаев. Кроме того, Шамиль получил кубок чемпионата Алтайского края по боевому самбо за лучшую технику.